Приветствуем вас на канале «Москвичи без границ». Мы приехали в магазин Big C, который находится на Пхукете, в центральной части его. Вот, посмотрим, какие здесь цены, какие товары продаются, что здесь есть интересного и какой выбор всего ассортимента. Здесь вроде должна быть и одежда, и продукты, и овощи, и фрукты. Короче, все должно быть здесь. Покажем цены и все остальное. Вот мы и пришли уже к чемоданам сразу в магазин. Нам как раз нужны чемоданы. Вот. Какие фирмы, блин, выбирать, я фиг его знает. Есть и по 3700 бат, есть и по 1290 бат. Вот. Какой чемодан, конечно, лучше выбрать, даже не знаю. Вот у меня все чемоданы, вот есть и за 1090. Но нам нужен такой большой сразу чемоданчик. Ну, типа такого вот, на 23 килограмма он должен быть. Да, он еще большой выбор чемоданов всяких разных. Большой выбор всяких детских товаров. Вот даже для школы тут все есть. Одежда. Короче, первый этаж, это у нас уже идет одежда, как вы видели, чемоданы и все остальное. Канцелярские товары есть очень много. Я выбрала себе Заю. Ты Заю хочешь эту? Я и сказала, выбирай одну игрушку. Ты что-то все время огромное берешь, куда мы это положим? У нас нет чемоданов. Это лучше из того, что она хотела. Да? Да. Она хотела лялю в большую банку. Ножницы бери, ты хотел ножницы. Прям огромные, наверное, не нужны или нужны? Такие? Да. Или это мелковато? Да нет, в принципе, наверное. Вот. Посмотрели, короче, ножницы, то, что нам все-таки нужны. Открывать там, например, какие-нибудь пакеты, то, все, 5-10. Сейчас возьмем. Вот ножницы сколько стоят? 32 бата. То есть, ну, цены пока что тут такие. 199 бат. А, 200 бат такой. Ой, такая довольная Алинка. Тебе нравится? Нравится? Потом отстрежем. Да, вот. И даже этикетку, чтобы отрезать, нужны ножницы. Вот. Дальше пошло вообще там вон и телевизоры продаются, стульчики. Это вообще тут все. И стульчики для ванны, и инвалидные. Вон даже кресла есть какие-то. Туалеты. Все есть тут. Вентиляторы, светильники. Короче, первый этаж он такой. Сейчас дальше пройдем, еще покажем. Обуви, конечно, вообще огромный выбор. Очень много тапок, шлепок и детских, и взрослых. Есть вообще, вон, смотрите, по 79, по 99 бат, по 279, по 299, по 59 есть вот такие шлепки вообще. 59 бат. Вот такие даже. Ну-ка, нормальное вроде качество, я имею в виду, 179. Короче, выбор огромный, огромнейший выбор. Алинка ходит, все изучает, все смотрит. Огромный магазин, смотрите, сколько женских вещей. Очень много блузок всяких, шорт, юбок, тоже цены такие же, сами. Смотрите, 399, 259, 199, 229, 399. То есть цены приемлемые, можно что-то найти для себя, это точно. Так, нашли мы горшок. Горшок, чтобы нам было удобно для транспортировки, потому что Алине уже надо обучаться горшку. Вот, конечно, есть горшки и поболее. Тут вообще вот как унитаз сделан, прям детский. Все, пойдем. Вот. Сколько он? 59 бат стоит. А так есть и по 319 бат, сидушки по 169, по 159 накладные. Коляски есть 1500 бат. 2400 бат, 2000 бат. Короче, в принципе, все, что надо, все здесь найдете спокойно. Все, что для детей. Вот там целый ряд подгузников. Там целая куча, это, наверное, смеси детские.
комплекс вообще все есть. Вон и зубные щетки, и расчески, и гребни, и ножнички с пилочкой вон есть. Все есть. Ну, это все для младенцев. Ну да, такое. Нашли мы пеленки. Пеленки мы берем чисто для того, чтобы там, когда Алина, если по большому сходит, то мы их подкладываем и на ней переодеваем подгузник. Вот, на чистый потом моем и одеваемся. Вот, и бумагу берем вот такую туалетную. Кстати, хорошая, удобная, отличная бумага. Стоит 88 бат здесь за 6 рулонов. Она толстая, ну, я имею в виду плотная, нормальная. Просто есть такая же, только салатовая, то она тонюсенькая прям. И здесь пошли отдел продуктов уже. Тут идут сувенирчики, сковородки, ножи. И вот там пошли продукты. К продуктам подойдем, сразу вам все покажем. На чипсы Лейс акция. Вот две берете по 55, третья в подарок. Вот такие Лейс по 31 тоже мы взяли. Вот такие Лейсы. Лейс карбонара пармезан. Италия, потом экстра барбекю. И обычные оригинальные взяли. То есть эти две, например, оплатят, одна должна быть в подарок. Если я все правильно понял. Так, надо пойти еще Принглс посмотреть. Мы все ищем с паприкой, никак найти не можем. Но, наверное, у них здесь нет с паприкой, как мы привыкли в Москве есть. Принглс по 52 бата. Тоже цена, кстати, вообще нормальная. По 80 бат есть курица, еще по 79 бат. Также есть вон и кальмар по 129, креветки по 169. Есть вот филешка по 71 бату. И тут есть тоже какие-то окорочка прям по 109, но это уже какая-то фирма. Также цены смотрите на рыбу. Есть и сибас по 109, и форель, да. Вот хвосты, вот такие вот филешечки по таким ценам, по 161, по 104 бата. Так, дальше что тут есть? Сосиски, курица такая уже запечатанная. Здесь грудка, то, что я вам показывал. Здесь прям именно такое мяско нормальное, тут вот немецкое. Конечно, только дороговато, вот по 203 вот за такой лоточек. И за нашего курса рубля, конечно, это дорого получается. 500 рублей вот за эти три кусочка. Свинина, вырезка 122, ребрышки по 155 и говядина есть. Цены все смотрите, на все, конечно, я не могу прям сразу вам все показать. И дальше пошла посуда и все остальное. Сейчас туда еще пройдемся к холодильникам, посмотрим, что там есть. Но я взял вот такое, конечно, попробовать уже, хоть с колбаски какой-то, мяско вот такое за 130. 6 кусочков на бутербродики, я думаю, пойдет нормально. Ну и, конечно же, фрукты. Как же без них? Фруктов выбор тоже большой. Есть уже и нарезанные фруктики, которые можно охлажденные покушать. Вообще недорого. Вот, кстати, желтый арбуз по 35, вот такой лоточек. А дынька по 69. И можно еще соки взять. Вот тут все подписано. По 55, по 75 за бутылку. Морковь, свекла и маракуйя. Такой сок свежевыжатый, кокосы, черики всякие разные, бананчики, короче, все есть, что хотите. Есть сразу вон набор какой-то на суп даже, наверное, или что-то пожарить можно сразу так. Оп, сделал, обжарил. Помидоры, кстати, неплохие лежат, и здесь тоже нормальные помидорчики. Лимоны даже есть, но лимоны это не лайм, так что лимоны дорогие, а вот лайм у них дешевый. И там целая куча
вон, перчиков острых, разные виды просто. Всякие разные. И такие, и сики, грибы тоже всякие. Не знаю, где цена. 290. Короче, мы взяли вот такой чемодан за 2190. Так пощупали, вроде ничего. Вот этот, конечно, блин, за 1290, но это совсем прям. Это чисто, если так вот реально вам надо чемодан купить, чтобы вещи довезти, и пофигу. Вот. А мы взяли вот этот. Будем надеяться, то, что прослужит нам долго. В этом же центре, где находится Big C, мы спустились на минус первый этаж, и здесь есть целая площадка, короче, с едой. Разные всякие кафешки, тут же есть и столы. Вот такие блюда. Мы взяли 3 порции риса, курицу взяли с собой. Сейчас нам это все запечатают. 270 бат это стоит. И также там вот в той стороне, видите, там все мерцает, мигает, там игровая комната есть. А вот здесь игровая детская площадка. То есть покупаете карточку, например, от 40 до 140 бат, пополняете ее, грубо говоря, и на каждой карусели можете потратить. На каждой карусели подписано, сколько та или иная карусель стоит, чтобы поиграть или вот покататься на таких автоматах, пострелять. Здесь от акул поубегать или здесь вообще на мотоцикле погонять. Вот, короче, все тут есть. И также тоже здесь еще в этих рядах есть и палатки, ну, на этом этаже я имею в виду. И вон какой-то книжный магазин даже, очки, электроника. Вот, то есть все есть. Вот мы сейчас на эскалатор. Так что, если будете в этом месте, торговом центре, ссылку, не ссылку, а местоположение на этот магазин, где он именно находится, я оставлю под описанием видео. Вот. Так что переходите, смотрите координаты, чтобы вы все нашли. Вот. Ну а вы подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, пишите комментарии и до новых встреч! Пока!